Главными спикерами на мероприятии, которое проходило в формате круглого стола, стали сотрудники психиатрической больницы номер 24, медицинский психолог Анфиса Суббас, психиатр Сергей Володин и психиатр-нарколог Ольга Запольнова. Как отметили специалисты, проблема наркопотребления весьма актуальна прежде всего среди молодежи. Существует специальное приложение, которое находится в теневой части интернета для покупки. Для покупки наркотических веществ. Хочу об этом рассказать именно в аспекте начала злоупотребления этими наркотическими веществами молодого населения. На круглом столе врачи имели возможность задать вопросы относительно болезней, которые вызывают те или иные наркотические вещества, узнать о симптоматике, которая прямо или косвенно может указывать на то, что человек употребляет наркотики. Спикеры рассказали и о своем опыте в лечении и реабилитации наркозависимых людей. Здесь подход к лечению и разделение идет следующим образом. Он, самый главный подход должен быть индивидуальным, должно быть согласие добровольное на лечение пациентов с зависимостью. И подход в лечении идет это медикаментозное лечение и лечение психотерапевтическое. Встреча медиков была организована в рамках антинаркотического месячника, который в эти дни проходит на территории Ленинского городского округа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.